Все, я сажусь в вип-кресло. Брихмохер, давайте как-нибудь. Дядя так, Толик, товарищ, подстриги меня под нолик, слышишь? Значит, смотри, сейчас надо, значит, волосы опять намочить. Намочим вот этой... Че, что ли, блядь, я их зачем вообще натирал-то? Так, ты, блядь, можешь просто... Ладно. Собственно говоря, нет, не... Вот так вот берем, блядь. Вот так вот брызгаем нахуй. Сюда, блядь. Так, блядь, ага, нормально. Сука, это такой кринж вообще. Нормально. Хес, не брезгуй, не брезгуй, я, главное, голову помыл. Вши, блядь, какие вши, виши, блядь. Блохи, блядь, на меня сейчас напрыгнут. Блохи у собак вот. Ты ж, блядь, из Выберец приехал, кто тебя знает. Так, друг заразный, блядь. Короче, сейчас ты берешь вот эту вот расческу. О, фокус, бля, ебаный рот. Охуенный фокус, вы чё, блядь? Вот, я могу поближе сесть. Хули я это должен делать? Я за что деньги плачу, блядь? Так удобнее будет. Нет, давай ты, блядь, причесывай. Сука. Кто за то, чтобы все делал он? Твои волосы. Это же в этом фишка, я сейчас... Не, давай ты делай, блядь. Все. Весь чат. Ты вот так должен волосы зачесать назад. Давай, зачесывай. Я тебе как-то сделал. Ладно, давай попробуем, ебать. Так, нахуй. Опа, блядь. Опа, нахуй. Так, хорошо. Мои залысины, блядь, старческие там тоже так, не особо, блядь, греби, блядь, а то так, придется нахуй с жопы пересаживать волосы. О, блядь, заебись. О, а. Так. Так, блядь. Ну, дальше ну, тут реально тебе надо будет делать хуйню всё, остальное. Их! Ой, ладно. Их бинвова хотел сказать. Ебаля какой, сука, нихуя себе, блядь, мафиози. Маэстро, давай, блядь. Так, шамань. Ну, в принципе... Дальше ты берешь, встаешь, нахуй. Встаешь. Ребят, ты приходишь ко мне в дом, но делаешь это без уважения. Вставай, блядь. Что значит вставай, бизнесмен, блядь? Что значит вставай, ну, блядь? Тебе надо встать. Целуй в перстень. Я сейчас, блядь, пукну в нос. Давай, вставай. Обязательно вставать, да, блядь. Да, тебе надо встать и раком сейчас загнуться. Ты думал, блядь, башня это просто так, что ли? Мне кажется, прикольный стиль для того, чтобы не стричься, ребята. Как вам? Папа Володя. Я не буду вставать, я буду сидеть. Да блядь, ты, сука, блядь, пришел башню строить, выебывается. Не, ну а хули... Я тебе говорю, как надо делать, надо, чтобы блядь, ты был в кадре, и я был в кадре. Давай так, сука. Я в кадре, нахуй, ты видишь это? Я выше тебе тебя, надо встать, блядь, раз в два. Вот так вот нагнуться, блядь, и вот так волосы свои сейчас. Нихуя! Ну какой смысл, блядь? Давай ты делай, ты заебал, реально. Да, блядь, это так не работает. Это так работает, давай. Я тебе дальше сделаю, когда ты их высушишь. Нет, давай делай. Сука, вот, блядь, он меня не слушает. Я говорю, как надо башню, сука, делать. Ну вы прикиньте, вы приходите к парикмахеру, а он такой: давай-ка ты сам, парикмахер тебе так не сделает, в этом и проблема. Ну ты сделаешь. Я тоже так не смогу, ты сам должен это сделать. Блять, пацаны, пожалуйста. Мне даже в чате говорят, вставай, блядь. Да какой вставай, на, блядь, ну... Все. Ну, пиздец. Давай, ну вставай, давай я сам тебя посушу, блядь, хули. Так и надо, блядь. Ну вот, смотри, я же выше тебя, блядь, я в кадр не влезаю, блядь. Я сейчас все сделаю, ну, видишь, я высокий. Так ты сейчас нагнешься. Я тебе серьезно говорю, надо нагибаться. На, блядь. Вот, вставай раком. Включает хуйню. Вот, да. И вот так, да, да, давай. Ой, не-не-не. Дуй, и вот так, да, наверх. Давай, давай. Давай, отлично. Так. Ну, ебать, охуенный парикмахер, я вообще обалдею. Сука, ну ты продолжай, не останавливайся. Поближе, поближе, не больше. Да я же не вижу, блядь. А не нужно видеть. Просто веди вверх и все. О, бояться не надо. Так. Туда, туда, туда. Она череп дерет, сука, тварь это, блядь. Да ты сильно, ты не дави на голову, дурак, блядь. Я сейчас сам отодру, блядь. Так. Сюда, вот сюда тоже. Ну ты, блядь, можешь нахуй ты, а я буду сушить, на. Че, блядь, давай, окей. Давай, ладно, давай. Давай так попробуем. Нормально? Нормально, блядь. Нагнись сильнее. Так, блядь. О. Так, блядь. Уже что-то получается понемногу. О, ебать, нихуя. Продолжаем еще. Да в смысле уже сухо, блядь. Сзади нихуя не сухо. Так. О, вот тут не сухо, чувствую. Ну. Ой, блядь. Ай, блядь. Ай, блядь. Все, хватит. Нихуя, ебать. Бля, сука. Нихуя себе, бля, ебать я. Так, нахуй. Я подумал, ну его нахуй, я не буду стричься, блядь. Как вам такое, блядь, вообще? Так, теперь стоять где? Ебать, при... Ну, вот у тебя тут... на самом деле длинные волосы. Поняли? Вот немножко вот тут проебался, но... Тут надо постричь. Блядь, они у тебя мокрые нахуй все еще, ёб твою мать. Давай ты тоже нахуй напоследок, давай сзади ебани, нагнись и прям чтобы вообще было. Да не это, вот тут, вот. Ты чё, блядь? Чё? Дай. Ну теперь я, блядь, уебан нахуй. Дай. Так, блядь. Ща, подожди. Опа, блядь. Массаж головы? Ага, конечно. Не, нихуя я, блядь. Не двигайся, блядь. Давай. Так, блядь. Опа. Ебать, ребят, я так от Алинки массажа не дожидаюсь, блядь. Ага. Фу, кайф. Сейчас еще придется пеном проходить. Че? Ну, а хуй ну ты что сделал-то, блядь, только что? Сейчас эту башню мы построим, подожди. Елью пахнет. Ты че, меня смолой еловой смазываешь? Это травы, блядь, мои дедовские. Так, блядь. Так, еще раз нахуй. Бля, пиздец, 14 тысяч нахуй почти смотрит, ебать. Так. Что надо делать? Опять то же самое. Встаешь? Погоди, а сколько вообще время, блядь, проходит? Вот сколько вот эту хуйню устроить? Блядь, минут 10. Вот если ты еще не выебался, а делал все как надо. Не-не-не-не-не-не. Ага. Не, нагни. А, блядь! А ты думал, что так? Я думаю, лысым стану. Липкой какой-то, блядь. На. На. Ну какой-то уебан я тебе, блядь, честно. Что в себе плюнуть хочется. Так, а где? Бля, вот все в этой хуйне, блядь. Ты все изляпал. Стоп. Так, блядь. Это что такое? Это? Ты в курсе, что мы сейчас как будто Си-Джей, который пришел, бля, в парикмахерскую, блядь? Ну да. 26 тысяч. Че, ебать, за эту хуйню? Все, блядь. В смысле, все, алло. Ну у тебя, блядь, волосы длинные. Ты че, блядь, ебанулся? Они должны стоять вот так вверх. Ну у тебя волосы длинные. Нет, ты хочешь, чтобы прям вообще пиздец был? Да. Ты выебывался начал, поэтому... Так. Ёбаная пипега, блядь, вышла. Юлик. Блядь, чё со мной нахуй? Это что, блядь, такое? Сходил этот, я вас в барбишоп, блядь. Не понял, за что 7 тысяч отдал, блядь. Заебись, ну, блядь. Блядь, без этой хуйни было лучше, кстати. Ёпта. Без какой хуйни? Ну, это получается, я пришел к тебе голову помыть. Получается, да. Не, ну давай это, слышишь, оно должно стоять, блядь. Оно вот просто лежит, блядь. Ну так ты встань, нагнись раком. Я ему говорю, как делать, он не делает, блядь, а я потом вот... говорит, она ну, должна я вот стоять. Сижу, давай. На. Да почему на-то, блядь, ну пиздец. Тебе удобнее будет, ты сам ее можешь построить. Давай, хуя. Нагнись, блядь. Во, вот так. Вот сейчас она встала. Во. Вот, Сука, волосы у него длинные. В целом нормально, что? Пойдет? Да? Мне нравится. Главное, чтобы тебе нравилось. Теперь ты модный хотя бы, блядь, а не как это. Как хуй знает что, блядь. А теперь я похож по статусу, реально живу, блядь, тут, ребят, уже. Реально, блядь. Теперь у нас у двоих башня. Но она мне, конечно, побольше будет. Потому чуть-чуть. Что ты, сука, все не ты делал, блядь. Потому что, блядь, если бы я делал, было бы еще хуже. Ой! Нет, ты делаешь, блядь, дурак! Что делаешь-то? Ебанутый, ты что сделал? Я только хотел кое-что принести, блядь. Ладно, давай, я назад уложу. По-моему, меня наебывает, я попробую горячим воздухом. Она придает объем иногда. Ой, ебать. Можно вот так сделать, смотри, сейчас только не пугайся. Ебать, ты будешь кокаин с моей макушки снюхивать, блядь. Сейчас, подожди. Может, для пупка оставим? Блядь, у тебя волосы все еще мокрые, нахуй. Потому что рядом ты, малыш. Дай. Дай. Пиздец, сейчас он эту пудру, блядь, гоняет. Ну и че? Неси давай краску свою, бля, будем вот это вот убирать. Да вот это вот, который ты там есть. Давай, тащи, бля. Заебись. Слава Мерлу? Да, я Слава Мерлу. Нихуя Кейн 3000 закинул, блядь. Не на тот счет, блядь. Не на тот счет, брат. Подожди. Реально? А что, донаты-то тут не... А, ну я понял, но они попозже появятся. Кейн, спасибо за 3 косаря. Сука, у меня руки теперь в этом говне. У меня тоже липкие. Давай фоточку делаем. Блять, ебать, это, блять, на стриме у него так выглядит охуенно. Ладно, я, блять, так уж и быть в телегу себе закину. Сука, твою-то мать, блять. Бля, может мне реально барбершопером стать, а? Ко мне будут приходить люди, я буду... Ну это, блять, это... Ну это же вообще, блять, не так выглядит. Слушай, у нас, во-первых, с тобой волосы разные. Во-вторых, у тебя они длинные. Сука, ебать, я там обоссал. А в-третьих, ты выебывался. Переделывай, блядь. Давайте нахуй еще раз мой тогда голову. Будем еще. А раз. Че, еще раз, блядь, переделаем, если попробуем? Нет, ты че, реально хочешь еще раз попробовать? Ну это хуйня какая-то вышла, блядь. А тебе как надо? Понял, блядь. Что? Надо вверх, понял, вот так. Вот так. Сможешь? Это тогда тебе придется делать то, что я говорю. Блять. То есть прям встать раком, хуярить вот так минут 10 волосы вверх. Пацаны, если вы хотите, давайте сделаем. Конечно, не хотят. Кто там, блядь? Еще бы они не хотели. Го, блядь, ну пиздец. Ну мне не нравится вот эта хуйня, она какая-то, блядь. Он мне еще лаком, блядь, залил, самое главное. Ну так что, блядь, что ты нахуй делаешь? У меня волосы, блядь, не отпадут. Ты, блядь, теперь как таракан. Сука, блядь, это сейчас волосами нахуй, они, блядь, как солома ебаная, блядь. Слышь, барбершопер, блядь, хуев. Я в ахуе с тебя, блядь. Так, ладно. Конечно, ты их выгнул, загнул, блядь. Ну ты что делаешь-то, блядь? Иди голову мой тогда еще раз. Ой, бай, нихуя. Так, тихо, смотри. Показываю один раз. Давай будем сейчас экспериментировать, короче. Что у тебя как? Что, блядь, какой-то Ваня нахуй перед. Ебать, девочка целочка. Не-не-не, вот так не надо было делать. Сука, ебать, блядь. По-моему, так даже лучше, что на Чингука похоже, бить. На кого, блядь? Чингук из BTS. Реально? Заебись. Ну ебать, у меня, кстати, если их уложить, в принципе, можно и не стричься. То есть, ну вот единственное, что вот это ебало сзади, блядь, коротко пострижено, нахуй. Надо тоже что-то с ней придумать. А так, в принципе, реально можно неплохо импровизировать. Ну-ка, дай. А если... Чё? Дай. Да. А ну-ка, блядь. Ну, во! Что вот ты, блядь? Же, что, блядь? Вот так же, заебись. Почему ты вот так, ну, не укладываешь волосы? Наверное, вот. Потому что у меня нету, блядь... Вот этой мази ебаной, блядь. Масло. Реально же ему так больше идет. Ну, значит, буду менять стиль. Бред, вот, нет. Заебись. А у меня так больше. Слушай, просто у меня нет расчески, блядь. Пиздец, у тебя ничего нет вообще. Ты как, ты что, просто что ли? Я волосы... моешь голову и оставляешь как есть, да? Да, я руками мою. Пиздец. Во, имба, башня пошла строиться, слышишь? Да, ты как из Текина, нахуй. Бля, я пошел голову мыть. Пусть экспериментирует, бля, вот, я буду экспериментатором сегодня. Если у меня выпадут волосы, блядь, нет, я его засужу нахуй. Выпадут, пересадим, я же пересадку делал. Я тебе адрес клиники дам, заебись. Бля, я в ахуе. Так. Только ты все будешь делать. Ага. Приглашаю к тебе на стрижку Славу Мерлоу. Реально. А, блядь, он же побрился на лысо, сука. Фу, сука. Ля сосет. Кому еще можно башню построить? А, для этого требуется еще определенный тип волос. Ты не можешь на любые волосы башню сделать. Они у меня просто жесткие, да? Вот, и... Ну и, соответственно, ну да, еще зависит от густоты волос. Ты не можешь каждому взять и это сделать. Ага. А, еще длина волос тоже. Слишком длинные уже не получится. Она будет постоянно падать. Или это надо столько, это полбутылки лака надо ебануть, но тогда волосы выпадут. А вот Жожо, кстати, у него реально нормальная башня, я думаю, получится. Я серьезно. Блять, ебаная камера, только башка торчит. Вот. Там башня была бы охуенная. Блять. Ну, я считаю. Да, блять! Бати Дрейка. А, гайки. Слушай, там, я не знаю, эта башня, блять, будет выше, чем, наверное, сама башня в Москва-Сити. Вы шо, блядь, там такая нахуй башня будет. Мне придется целое ведро лака выливать на голову, чтобы зафиксировать прическу. Это надо, я не знаю, это надо где-то в лаборатории тогда делать, чтобы там... Костюм вот этот был у меня. Ну, вы поняли. Иначе я тут задохнусь от количества лака. Фу, бля. Вообще так часто голову мыть нельзя. Реально. Хотя у меня периодически бывает, не получается башню построить с первого раза. Я помню, даже 3 раза мне приходилось 3 раза подряд голову мыть. То есть я первый раз ебанул, ничего не вышло. Я такой в пизду, опять помыл. Второй раз, опять криво. Третий раз, блядь. Все? Так, присаживайтесь. Ладно. Колян, будь? Буду. Может, штук только мой, блядь, где? Да, новый. Благодарю. Нихуя себе, прикиньте, барбершоп с кальяном. Блядь, это имба, слышишь, идея для стартапа. Для стартера, блядь. Так. Значит, попытка номер... Отпустите меня домой, я домой хочу, блядь. Какой лелуш, блядь. Итак, поехали. Так. Хес, у тебя там банка закончилась. Банка где? Вот это? Да. Да нормально. Новый купишь. Понимаю, блядь, он говорит, блядь, у тебя волосы мокрые, берет этой хуйней еще, блядь, не мажет тоже. Так, на. Бля, сейчас волосы будут, конечно, жесткими. Конечно, жесткими, я эту смолу не могу вымыть. Блять. Да хуярь прям похуй. Значит, как тебе вырву нахуй тут вместе с этим, с кожей. Ничего, скальп слезет, народ порадуется. Ты, ты самое главное порадуешься, дядь. А я... Что-то я радоваться-то буду. Ты меня за кого держишь? Ты за меня придурка не держи. Оп. Джекпот, ебать. Угу. Бля, прикольно, смешно, да? Смешной контент. Вот это Алина придумала, говорит, иди башню строй, раз не стрижешься. А, это Алина придумала. Да. А вот и я тебе идею дал. Построить башню. А может и ты хуево. Но я Алина как бы говорю. Я для него как Алина уже. Слушай, понимаешь? Я как настоящий каблучок, слушай, только свою дамочку, извините. Спасибо, ВК Селлер, за 1000 рублей. О, ВК Селлер. О, Лол Стим, здорово. Не Лол Стим, а ВК Селлер. А я называю Лол Стим. Лол Стим — это имя форума. Опа, блять. Так, ну все, заебись. Ребят, давайте так. Как стрижу... Ой, фу, как меня укладываем? Давайте нахуй. Как на? Как, с прогиба уложить или как? Так, ну чё? Ой, блядь, вот это кринжмон на ул сейчас нормально. Чё, ты не будешь сейчас вставать, нагибаться, опять будешь выебываться, да? Я хочу сидя. И опять башни в итоге не получится. Бля, ладно, я буду делать, как ты говоришь, повелитель. Ну, наконец, давай, вставай тогда. Не, ну без шуток, какую причёху делать? Вы мне орёте, ну, раком. Башню! Раком, чтоб ты встал, блядь, и башню построил. Вы приходите ко мне в чат, но делайте это без уважения. Я повторяю шутку. Здравствуй. Я не вижу сейчас 5 сабок подряд. Вообще-то Гэткорги подарил. Вы считаете меня другом или что? Они тебя дебилом. Так, Чингук, можешь... Я покажу вам свою власть. Чингук. Да. Давайте. Хорошо, ладно. Мам, не бей. Мам, купи, блядь. Мам, пап, продай. Вообще тебе идет другая прическа, как я уже сказал. Хорошо, какая? Делаем. Как у BTS. Делаем. Что, как у BTS делаем? Блять, а их как... А, ну тебе надо в любом случае посушить тогда. Нет башни. Короче, там если что, можно переделать. Давай, вот, на. А что делать надо? Вот так вот. Вот так вот берешь. Угу. Вот так встаешь. И вот. Угу. Вот я каждый день раком стою. Не надо бояться. Просто ведешь вот так вот. Да я не длине, по всей длине. Вот так минут 8 надо хуярить. Что, ебанулся, блядь? Тяжело, ебать. Да, тяжело, блядь. Спина болит. Ну так тоже можно, да. Коня не завали. Да не завали, блядь. Можно же так же срать, кстати, сидеть. И да. Да, и охуенно. Скажу так, два дела. Два дела, да. Такой, дел, сделано, блядь. А? Ты продолжай. Пока все правильно делаешь. Ой, бля. Да все, я, блядь, уже не могу, блядь. Надо еще немного. Можешь холодным феном, либо. Все, нихуя. Ёб ты мать. А теперь мне давай, я буду управлять. Давай. Так, стоять. Стой на месте, блядь. Сижу. Ой. Приправа. Сука, для овощей, блядь. Ой. О, блядь. Суповой набор, ебать. Теперь немного вот этой хуйни опять. Так. Соль? Ебать, Мартышкин лысеет. По-любому, когда из-под каблуков Алины выходил, волосы, блядь, зацепил. Да не, я же не каблук. Из-под каблука вылез, волос вернулся. Ничего не лысеет. У меня залысина от природы, если что, так что не пиздец. Так, теперь опять. Что вы там сосиской какой-то крутите, блядь? Так. Заебись? Ну да, вроде. Ты поближе подъедь. Еба, нихуя слышишь, а чё у меня как у репейника, блядь, растет нахуй? Дай сюда нахуй. Другое дело, блядь. Все это башня моя. Ну то на что ты способен, в принципе. Я способен на многое, блядь. Лучше, как у этого. BTS. Ну давай, делай, блядь. Блядь, а вот BTS я не знаю, как из башни нахуй в это. Ну как, получилось же как-то, блядь. Слушай, а мне кажется, знаешь, как бы круто, блядь. Смотри. Все. Хес, неси вот эту хуйню. Краску, блядь. Сейчас мы вот это вот уберем, блядь. А, ну закончим. Да ладно. Во, блядь. Ах, она не нужна, вот так вот берешь. Как ты там делал, блядь? Нормально, нормально. Не бать грибобас. Не, ну из башни вот так вот тяжело, конечно. Знаешь, это когда ты типа к ней в пизду волосатую залез, блядь, и такой... Вот это моя причёха, блядь. Заебись. Ес, ну ты по всему периметру-то так сделай, да? Бля, ребят, руки нежные вообще, бля, как будто девочка делает. Я не шучу, бля. Угу. Без шуток, слышишь? Я прирожденный барбершопер, блядь. Нахуй я стримлю? Какой-то хуйней занимаюсь. А еще можно вот так сделать. Пиздец, сорян, сейчас, подожди, надо исправить эту хуйню. Ой, блядь. Ну чё, бля? Хуй знает. Тебе надо это... Как-то вот так вот, наверное, блядь. Хуяк. Хуяк, блядь. Надо вот так, Хес. Ну это вообще пиздец, ты чё? Ля, блядь, какой, сука. Ну все, вот можно и на митинг выходить. Свои же и забьют, блядь. Модестов? Чё Модестов? Корейка, блядь. О, Раша Корейка или как она там? Да? BTS! Так, что-то я, блядь, не то сделал. Другое дело. Короче, я буду как ёбаный горшок сидеть, мне похуй, горшок жив. Сегодня мы нахуй сколько уже? Бабашню сделали, потом прическа BTS, бля. Ну вообще. Первое вообще было заебись. Вообще, знаешь, как мне кажется? Можно еще третью попробовать. Бля, Хес, я вот не вижу разницы кардинальной, чтобы мне башку, блядь, мыть и натирать ее расческой. Какая-то получается. Я в ахуе, бля. Так. И чё это, блядь, вышло нахуй у нас? Хуйня корявая какая-то вышла, дядька. Переделывать надо. Ну-ка, блядь, повернись ко мне. Ебать. Заебись. Девочки, звоните. Вот как надо ходить, да, такие прически делать, а то ходишь как индюк. Блядь, о, такой... Егор Шип, кстати. Пиздец. Делаю вдох, блядь. Так пахнет Диор. Тут реально Диором пахнет. О, фу, блядь, дай сюда. Егор Гашиш. Ну что, в следующий раз депиляцию делаем? Да. Я тебе ноги буду брить. Так, спокойно. Это с садовода носки Гуччи. Открывай свой спа-салон для мужчин. А что еще можно придумать, что, блядь, охуенной темы такой? Для прически? Или что именно? Ну вот к Хесусу прийти. Бля, да, я вот тоже думал, может с Ракезом уйти отсюда, блядь. А, не получится Ракезом. Получится, блядь. Это сложно. Это надо, чтобы стрижка была специальная еще. А, макияж. Блядь, у тебя косметика есть? Нет. Ну, блядь, кто-нибудь придется и накрасит. Я вот хочу, чтобы меня накрасили. Давай, короче, слышь, Хес, мы забьемся, что я к тебе прихожу. Ты меня красишь, а я тебя крашу, используя женскую косметику. Где? Моя Лин не даст. Будем Гайкину использовать. Моя Лин мне, только мне дает. Ну, было бы странно, если бы не только мне, конечно. Да, прикиньте, мейкап, бля. Ну, я, кстати, нихуйно крашу людей. Так что косметика будет прикольно смотреть. Бля, Хесуса накрасить вообще будет четко. Короче, я не знаю, что это за хуйня. Это смола бобра какая-то. Ну, сперма какая-то. То есть я могу брать, блядь, волосы как пластилин, нахуй. Могу вот так сделать. Да нахуй ты портишь-то, блядь. Типа у меня... У меня вот так будет, блядь. Ну типа, чё это за хуета вообще? Я не понимаю, чё... Я только что была вообще заебись. Чё ты мне намазал там? Я только что была охуенная прическа, блядь, ну пиздец. Взял, блядь, всё испортил. Ну чё ты нахуй делаешь с волосами-то? А, ну вот и панк. Ёбаный. Давай я тебя в карман насру, ебать, сука. Ты как этот, блядь, петух. Я не петух. Я попугай. Отныне я себя ассоциирую с Кешей. А, ну поэтому ты все и повторяешь за мной, ёбаный попугай. Петух с петухом, блядь. Что еще можно сделать? Какаду. Куда? Прям вот хочешь еще что-то, да? Джимми Нейтрон, нахуй. Ему понравилось экспериментировать, смотрите. Сейчас вот так сделаем, и будет Джимми Нейтрон. Или Пипега, я не знаю, что получится. Не. Короче, могу тебе подарить вот эту вот хуйню. Будешь вкладку делать. А, у тебя фена дома нет. У меня все есть. Реально, кстати, одно лицо, блядь. Ой. Не, надо ебало сделать, типа... Типа... Как оно там, блядь, погодите. Надо в бок повернуться. Сейчас тут скриншоты наверное. Ой, блядь, не могу. Короче, смотри, есть идея. Берем вот эту расческу. Так. Сейчас она у тебя там застрянет. Давай, оставь ее там, пусть она в Заебись. Заколка. Вот так сделаем. Сколько будет, наверное, с этой хуйней? Так это ж охуенно. Мне интересно, передали, сколько просмотров наберет. Ну, я думаю, много. А-а-а! Блядь, нахуй! А-а-а! Все, есть. Ура! Так, надо по новой. Там, наверное, клок волос вырвал. Пиздец. Бедные твои волосы сегодня. Они, наверное, охуевают. Первый раз в жизни у них такое происходит. Мне кажется, я могу висеть на волосах, они слишком крепкие. Да, я повесю, блядь. Короче, потяни их за пучок. Да, блядь. Ну туда, на себя, чуть-чуть. Зачем? Ну потяни просто. Ну потянул. Нет, сильнее надо. И... Еще. Ты ебанутый или... Ну ебанутый какой-то, зачем это делать? Во, видали, что получилось? Понял? Давай еще сильнее чуть-чуть. Блядь. Пиздец. Тяни, ну. Да тяну, блядь, ну. Какой-то ты живодер, я хуй пойму. Нахуй ты это делаешь? Все. Я, кажется, понял, чем Салина дома занималась. Она тебя за волосы таскает, блядь. По полу, блядь, слышишь? И, знаешь, она берет мне палку в жопу от швабры так, и мной полы вытирает, блядь. Поэтому ты пришел сюда голову побыть, я понял. Да не, бля, у меня такое ощущение, что у меня вот тут вот такая чисто кормушка, блядь, для дроздов. Там дрозды живут. Там вообще нихуя нет. Имеется в виду, у тебя там волосы. Было бы странно, если бы там была лысина. Короче, ладно. Тебе, да не надо мне фоткать ничего, блядь, садись. Ай, блядь. Так, нет. Короче, ладно, давайте, блядь, вернем нахуй в изначальный вид более-менее, чтобы ни пизды не дали. Что, блядь, ты в Москве живешь? Это что такое торчит? Ой, блядь, нихуя себе. Ай, блядь. Что-то оторвал. Ну, короче, пойдет, похуй. Че там наши пишут? Наши. А, им похуй. А, нет, там скриншот. Смотри, пиздатый, пиздатый. Нормально прическа была. Так и сейчас заебись. Я могу, слышите, бля, рэпчик читать, нахуй, жесткий. Все будут левицы под меня качаться конкретно. Леви, кто? Леви это кто? Да ты, бля, по-любому какой-то чел, который там в бит напердел какой-нибудь опять. Они же всех рэперов, блядь, знают на Руси. У них же, блядь, прическу сделал, все нахуй, спиздил у кого-то, блядь. Патент нахуй на прическу оформил. Из атаки титанов вообще. Леви, нет, блядь, прави. Ой. Ебать, вот это сейчас залетело, конечно. О. Ну а чё, я теперь более модный стал, кстати. Тогда прическа вообще меняет человека. Я имею в виду внешне. Она вообще другим человеком. Ну ебать, мы, слышишь, на 14 кусков, блядь, на перделе тут. Сейчас пердану, кстати, жестко. Да ты заебал уже. Не могу, слышишь, выходит. Что-то выходит. Ладно, терплю. Потерпел, вруёк. Не вышла башня. Ну, блядь, Хесус напиздел, походу. Но вышло да, что-то тоже. Что-то тоже прикольное вышло, поэтому. Какая она еще должна быть? Башня. Ну, я вот просто. У меня есть, блядь, какая-то там American ББД. Че? Хуета вот это укладывать. Но не такая жесткая смола, блядь, да? Да, это то, что у тебя есть, это реально хуйня на самом деле. Ты ничего не уложишь.